23 мая в рамках визита Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилия Лосада Гарсия, который встретился со студентами из Кубы, которые проходят обучение в КФУ. В этот день они обсудили насущие вопросы, касающиеся учебы, и поговорили о их проживании в Казани. Стоит отметить, что в КФУ всего обучается 26 граждан Кубы. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.